день, меня зовут Збикин Антон Юрьевич, я врач-стоматолог-ортопед клиники Мегастом, Европейская инновационная стоматология. В клиниках Мегастом основное количество работ, которые выполняют наши врачи-ортопеды, проводится на коронках из диоксида циркония. Этот материал имеет целый ряд преимуществ перед металлокерамическими коронками. За счет того, что диоксид циркония абсолютно биологически инертный материал, и также он изготавливается путем фрезерования. За счет этого имеет гораздо большую точность по сравнению с коронками на основе металлического каркаса. Коронки из диоксида циркония, которые мы используем, они различных видов. Есть коронки без керамической облицовки из диоксида циркония Притао, есть частичная керамическая облицовка, есть коронки с полной керамической облицовкой. Вот. Коронки без керамической облицовки из диоксида циркония Притао в основном наши врачи используют при протезировании жевательных зубов, так как этот материал он очень прочный и абсолютно не дает никаких сколов, что на жевательных зубах очень важно. И также использование этого материала без керамической облицовки, только диоксид циркония, позволяет минимально обтачивать зуб, потому что как можно меньше слоев различных материалов наносится на коронку, позволяет сделать ее минимальной толщины за счет прочности этого материала. Вот. Также такие коронки их изготавливают, являются они вариантом выбора при протезировании на живых зубах, особенно жевательных. По прочности они сопоставимы со старыми литыми коронками, которые полностью из металла изготавливаются. Вот. Так что это очень технологичный материал. Фронтальные зубы в основном мы делаем из коронок диоксида циркония Притао с керамической облицовкой, либо частичной, либо полной, в зависимости от клинической ситуации. Фронтальные зубы несут меньшую нагрузку, что позволяет также исключить сколы керамики. И сам материал диоксид циркония, он имеет белый цвет, что очень хорошо отражается на эстетике этих коронок. А керамическая облицовка позволяет повторить анатомию и эстетику натурального зуба, прозрачность его, прозрачность режущего края. Приглашаю вас на консультацию и лечение в нашу клинику.